Экс-президент Гамбии Яйя Джамма вывез из страны более 10 миллионов долларов, опустошив казну этого западноафриканского государства. С таким утверждением выступил новый президент Гамбии Адама Барроу. Яйя Джамма вылетел в экваториальную Гвинею 22 января после поражения на выборах и давления со стороны соседних стран. Только за последние две недели бывший президент снял со счетов около 500 миллионов даласи. Это очень большая сумма денег. Новый президент Гамбии принес президентскую присягу в соседнем Сенегале после того, как Яйя Джамма отказался признавать итоги выборов и добровольно уступать власть. В поддержку избранного президента, кроме Сенегала, выступили другие страны экономического сообщества стран Западной Африки. 5 из 15 стран сообщества, включая соседний Сенегал, Гану, Нигерию и Мали, направили в Гамбию свои войска, которые не встретили сопротивления гамбийской армии. Яйя Джамма согласился уступить власть после переговоров с президентами Гвинеи и Мавритании, получив гарантии иммунитета от преследования. В воскресенье в столицу Гамбии, Банджул, вошли войска стран западноафриканского сообщества. Яйя Джамма пришел к власти в 1994 году в результате военного переворота, а затем трижды побеждал на президентских выборах. Год назад он объявил Гамбию исламской республикой.